Всем привет, с вами Brain First, и мы продолжаем проходить игру GTA 3. Let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal. So they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Окей, все понятно. Сейчас объясню, что имел в виду Дональд Плав. Помните того старого мужика, которого освободили вместе с Эйтболом и нами в начале игры? Так вот, сейчас нам именно его нужно спасать. Видимо, именно Дональд Лав заплатил колумбийцам, чтобы они вызвали, ну вы поняли, этого самого старого азиата, ну и, собственно, нас. Как-то заодно получилось, и вот Мир Тесен вновь миссии нас привели к Дональду Лаву, так или иначе. Хорошо, теперь насчет миссии. Миссия, с одной стороны, довольно проста, с другой стороны, немножко сложна. Дело в том, что вам понадобится вот этот автомобиль, на котором я сейчас езжу, автомобиль картеля, да, он именно так называется, ну, как-то примерно вот так. Вот, на нем нам нужно въехать в базу колумбийцев и найти этого самого старого азиата. Так, да, давайте сначала разберемся с охраной вокруг всего этого. С помощью снайперской винтовки, так как они не могут до нас дострелять, а мы можем. Причем снайперская винтовка убивает с одного выстрела, что особенно приятно. Так, больше здесь никого нету? Опа, есть. На. Решил меня сзади. Но я не такой. Упс. Извините, ребят. Получите гранату. Ох, их как там перемесило. Да, ну и кровище. Вот за что мне и нравится GTA 3. Ну, я имел в виду не за то, что отрывать руки и ноги, но за такой реализм, причем, который был лишен в GTA San Andreas и Vice City и прочих. Ладно, так или иначе, мы забрали азиата, и нужно его теперь вернуть Дональду Лаву и получить свое вознаграждение. Вообще миссии у Дональда Лава довольно-таки сложные. По большому счету, да, намного сложнее, чем у всех предыдущих. Вот. Поэтому я считаю Дональда Лава одного из самых таких сильных боссов в игре. Действительно. Потом я объясню, что я имею в виду. То есть миссии довольно-таки сложные. И никак не каждый сможет их пройти с первого раза, в том числе и я, я ничего не говорю, что я такой про там или что. Нет. У меня есть скилл, но все тут, большинство миссий тут зависит от банальной удачи, и вы сами видели, наверное, в моих видео. Это. Итак, мы приехали. Подвиньте, я тебе сказал. Отлично. Все, я побежал. И где же заслуженная награда, которую, ради которой мы, собственно, и выполняли эту миссию. 40 тысяч, ну неплохо Дональд платит. Очень неплохо. Спасибо ему большое, ну и спасибо вам. Спасибо за внимание. Удачи и пока.